Да, ребята, всем привет. Начинаем мы общий тест по танкам. Будем тестировать. Будем тестировать. Так, всё, поехали. Это так. Все, ребят, начинаем. Всем привет. Саживайтесь поудобнее. Подписываемся на канал. Ставим лайк. И самое главное, не забывайте про колокольчик. Чтобы не пропускать мои стримчики мои. Все, поехали. На бабахе пока. Покатаем. А чё мигает? Точно. Где? Мое уважение. Хорошо. Так. Да, ребята, и давайте общаться. Пишем в чате. Задаем свои вопросы, я на них отвечаю и так далее. Вот. Как вы поживаете, ребят? Что играете? Не хочет Амах приезжать, чтобы я его стрелял бы. Ай, блин, упустил вот этого человечка. А он уже шотный. Интересно так в него стрелять. Да, привет.
Спасибо за моддер. Да не за что. Эр, ну может ты уедешь оттуда, пока не выезжает сюда. В принципе, замочим пока вот этого. Понятно. Ну, у всех бывает когда-то первый раз. Так что не переживай насчет этого. Вот так, нагуслю его. На тебе на 745. Вот так. Готовы, ребята. Ну еще раз выйди. ТТП. Волочь, блин, ЛТшка. Я вот только накрыл. Я вот только накрыл, ребят. На тебе. Не попадаю я пока. Надо отступить, ребята. Надо отступить. Я просто вот решил пораньше сегодня запуститься. Прям с рычка. Прям с утречка. Решил запуститься. Да, и все сливаются. Ай, блин, на 60 ТП там. Где там? Блин, октаводина. Ай, блин. Засранец октавод. Если бы не октавод, я, может, бы успел бы забрать бы эту ПТшку. Что ты говоришь, Наруто? Я тебя не понял. ПДП. Так, на чем поедем? Поехали на тайпике. Пятом. Катаем боёчек. Ну, конечно, Наруто. Кто не хочет?
Конечно, хочу. Хочу побольше. Чтобы прибавлялись подписчики, дорогие. Да, ребята, подписываемся на канал, ставим лайк, прижимаем колокольчик. В будущем будет проводиться розыгрыш. Наберем 50 подписчиков. Можно тогда уже начинать делать розыгрыши. Окей, Наруто. Окей. И спасибо тебе заранее. Хорошо, хорошо. Когда надумаешь, тогда надумаешь. И я ведь никого ведь не подгоняю, давайте все прям быстрее. Подписывайтесь. Это ваше мнение, ваше решение. Никто насильно никого не заставляет. Я чуть не пойму, почему их так много здесь. А нас мало. Ну, нам хана здесь, короче. Будет. Нам хана, ребят. Да, ребята, их здесь слишком много. Помогайте. Ну, это понятное дело, если ты не спал. Блин, и он меня пробивает. Ну все, ребят, мы здесь проиграли. Мы здесь тупо проиграли. Понятно, Наруто. Ну, конечно, неадекваты есть во всех играх. Ну все, ребят, вот что я успел настрелять. Теперь меня сейчас будет мочить. Ну, 2400 только. И все. Я труп. А не, еще один выстрел успел дать. Все. Да, в танках онлайн их очень много. Адекватно 19 плюс есть только. Ну да, Наруто, ты прав. 19 плюс адекваты. А младше это
Просто игроки, которые любят просто поиграть, а не стараться там, допустим, на победу. Ну, сейчас победка, ребят, будет. Все, поехали снова мы на бабахе. Ну здесь вот 2950 стрелял. Там на тайпике. Трошка. Меня просто игнорят. Тебе легенда. Почему у меня легенда на? Что ты так взял? Ну, в танках онлайн звезда — это звание легенда. Ну тогда легенда, если у меня знак есть. Если у меня знак есть, значит легенда. Поехали мы в город. В городе повоюем. Я думал, что тоже вот есть легенда. Не знаю, на руде здесь нет таких знаков. У тебя через 10 минут 10:00. Да, Наруто. Будет 10:00. Через 9 минут уже. Уже через 9 минут. У меня 9. Ну, у нас просто разные города. Поэтому время разное. Думаю, и не светится. На, получи. Крылья прям сразу. Ну, а я воронежский, Россия. Видишь? Даже страны разные, получается, не города. Ух ты, блин. Там яга. Ну все, ребят, я труп. Я труп.
Меня Яга вышибла. Ах ты, блин, не успел я еще садануть. Понятно. Я говорю на Украину. Хоп. Не, блин, народ, я вообще не знаю, какие там города на Украине. Чего, я особо никуда не ездил по городам. Я в основном только по России. Воронеж, Семилуки. Москва, в Москве был. А на Украине ни разу не был. Ну, про Одессу слышал. Ну, то понимаешь, я просто слышал. Не был там. Да, ребята, всем привет, кто присоединился к стриму. Подписываемся на канал, ставим лайки. Под описанием, под стримом вы также найдете видео. Всякие там в описании и есть. Заходим, смотрим, что вам нравится. Может, что вам полезно посмотреть. А я не знаю, Наруто, кто именно на стриме есть. У меня показано 3 человека онлайн. Ну, скорее всего, один человек это я. Ну, один человек это ты. Ну, еще кто-то один смотрит. Только просто не общается. Не, Ирина не смотрит. Ирина сейчас на работе. Ирина работает сегодня, а я завтра. Не, народ, не в отпуск. Просто выходной сегодня. Так получилось, что выходной сделали. Сделали мне начальники выходной. Понял, Наруто. Шутишь? Это хорошо, когда... Шутите. Надо быть всегда веселым. Да, ребят. И чувство юмора надо иметь. Иди отсюда. Вот куда ты меня сейчас вот пробил? Привет, ты, блин, вонючий. Ребята, ну я здесь один. О, ну мне хана, ребят. Мне хана.
Все. Вот это да, блин. Ребят, ну я здесь один был. Если ты такой, видите, где находится? Куда же это стоит? Вот поэтому и сдался. Ну и то я, меня убили. Я хоть что-то настрелял. Ём, на бабахе снова поражение. Три 600 почти настреляли на бабахе. Вот сливаемся, ребят, но настреливаем. Фрончик. Так, поехали еще на бабахе. Ирина придет, скажешь ей называть видео. Не играем в разные игры. А играем в игры. Вот подписчиков. Хорошо, Наруто. Прошу. Так будет больше людей. Ну хорошо, хорошо, передам. Как придет она с работы, я ей скажу об этом. Блин, у меня бубышка заражена. Пробил. А, ну все, ребят. Да уйди ты нафиг отсюда, блядь. Меня стреляет, он, блядь, стоит. Сука ебучая, блядь. Блядь. Бабаха, нахуй. Ты чмо, блядь. И я сделаю ник себе. Эмер Татанчик. Да, хорошо, на Танчик. Стараемся без матов. Бабаха встала за спиной и помешала отъехать назад. Умник. Да, ну ничего, ничего. Это мистер. Ну понятно, Танчик. Все, теперь и не поймешь, как называть то Наруто, то Танчик. Ты поставь себе это, ник один. Пускай будет. Не надо менять ники. Постоянно. Уже к одному нику просто привыкаешь.
И все, и одинаково называешь. Это получается привыкать над каждым. То так, то так. Потом ты еще и как-то поменяешь. Спасибо, Данчик. И я тоже, вот ты меня тоже. Просил без матов. Будем без матов. Опиарить можно? Про чё? Я, может, совсем уже глупый, ну... Что-то с утра пока не доходит, наверное. А, понятно. Ну не знаю, Танечка. Вовсе нежелательно. У меня и так пока что мало подписчиков и зрителей. А еще будет, допустим, на моем канале писать о других стримерах. О других каналах. Так что это как-то пока не то. Не, было бы у меня подписчиков хотя бы там 100. Можно было. Хорошо, оценил. Хорошо, Танчик. Блин, я его не вижу плохо. А, там наши уже придавили панк. Значит, можно туда не ехать. Понятно, Данчик. Все нормально. Блин, надо на базу богачу. Надо на базу богачиваться. У нас на базе все плохо. У нас и там все плохо, и там все плохо.
Вот поехали куда-то все вперед и посливали себе. Как я так не попал? Ну, ребят, тушки. Как я так промахиваюсь? Блин, я сейчас не попал. Куда снаряд улетел? Блин, я его ведь так ведь не вижу. А, получи. Да ё-моё, блин. Знаю твой канал. Одну-две недели. Понятно, Танечка. Ну не знаю, я как-то начинал стримить еще с 2019 года. После потом забросил. Так, пускай меня ищет. Да уеду. Попищу стрелять хотя бы пару раз. Дать огонь. Надеюсь, что я дам пару раз хоть. А может даже и это не успею. Ё-моё, ну вот как так? Просто попадание, но это вообще ни о чём. Блин, паттерны. Хорошо. Ну ладно, ребят, без 700. А Ирина в 2017. Да. Да, привет, Димчик. Видел стримы 3 года назад. Понятно. Да, Димчик, какие дела? Так, ну на тайпе на бабахе мы играли. Давайте на яе что ли ездим. Понятненько, Дим. Это самое главное, чтобы было все хорошо. Ух, ребята, извиняюсь, зеваю. Спать хочу. Но ради своих зрителей и подписчиков, вот запустился рано. Утром. И все подготовил, все настроил, чтобы было более-менее. Ну, Дим, качайся потихоньку. Выкачайся. Я сейчас тоже на основе качаю польскую ветку. На 60 тп иду. Это тоже нелегкое занятие. Так что... Терпение, мой дорогой друг. Только терпение.
Ну, Дим, сколько я опыт накопил? У меня седьмого уровня, ты вчера мы с тобой играли на четверках. Ну и там уж почти у меня пушка топовая. Скоро уже будет сегодня. Ну, а завтра, послезавтра уже будет. Восьмой уровень, думаю. Ну хорошо, хорошо. Вот, и оставь вот такой тогда ник, никто, и больше не меняй. Это правда. По-разному постоянно называешь одного и того же человека. Так, ну одному мы дали. Счет. Неплохой такой счет. Вот, с одного выстрела уже 1200 урона есть. По шапке. Шапка-ушанка. Или просто шапка. Блин, там еще бабаха. Куда ты едешь, а, блин, бабах? Уйди нафиг откуда. Не можешь объехать. Это, ребят, еще не мат. А ты чё, всех своих подписчиков модерами сделал? Или тех, кто адекват? Значит, крутая шапка. Не, это я не всех пока еще в годиках сделал. У меня подписчиков с канон 29. Вот, а модеров я сделал сколько? Ну не знаю. Что, наверное, модераторов у меня на 9 примерно. Да вот гад полгучий. Вот этот вот он. Из четвертой еще сзади. Не, мне надо назад разворачивать. Да, только развернулся и начинает все по мне фигачить. Только развернулся, блин. Специально ждали, когда я развернулся, ребят. Это 100% специально ждали. Просто так ничего не бывает. Наруто, на шапку сразу в топ. Лучше не делай много. Может канал лагануть. Чё именно не делать много? На, получи на 1000 ему. Понятно, я больше не буду никого делать. Я наоборот уберу, кто неадекват. И кто не, мне не помогает с подписчиками. Модераторы должны помогать. Набрать подписчиков. Так что, ребята, учтите. Не будете помогать, я уберу модерации.
Пусть так тоже модератором делать не. Получи. Друг, а то приехал. Ну конфликты они убирают. Если в чате начинают уже ругаться. Ну и помогают тоже они. Пробил его. Хорош, хорош. Я не пойму, ну вы чё все стоите, ребята? Надо помогать. Маус вообще, я не знаю, его, наверное, выкинул из игры. Мауса этого. Так, а ты нету, да? Понятно. Я даже примерно догадываюсь, у кого-то еще стример. Да, ребята, вот, видите, какой бой. Ну, плохой бой, что ли. Хороший бой. 4900 урона, 500 ассиста, 4 фрага. Ай, блин, а в этого вот не попал. Потому что камера была плохая. Плохо. Вёлс. А так было, что у тебя название было не такое. Да, да, конечно, было. Но было другое название канала. Так, ребят, ну вот за такой бой еще можно за такие бои лайкосики прожать. И подписаться на канал. Это я говорю тем, кто еще не подписан на канал. И кто еще не поставил лайк. Ставим, ребят, лайкосик, подписку. 10 тысяч опыта. Заработали на Яге. На втором месте по урону и по опыту тоже. Хорошо так настреляли. И как раз победка. Вот она моя здесь на тесте. Статистика какая. Победа 51-13 пока что. Средний урон 1127. Личный рейтинг 6,5. 6523. Пока так, ребят. Давайте, ребят, это минуточку перекура. А то я когда стрим запускал, так и курить не сходил. Я сейчас просто хочу. Так что, ребят, не скучаем и не расходимся. Давай, давай. Удачи тебе тоже.
Да, не знаю, почему лайкосики не прожали, ребят. Димочка, ты прожал лайкосик? Так, ребята, я тут. Я вернулся. Так, не знаю, ну чё, еще раз на Яге съездим. Поехали, еще. Катаем на Яге. Потом надо на Бабахе поедем. Дим, это тест. Тестовый сервер. У меня ведь написано сразу под стримом, чё? Общий тест. А на тесте и всегда столько опыта дают. Кредитов дают. Да, ребята, если нравится стрим, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прижимайте колокольчик. Если хотите, чтобы было в будущем, чтобы проводились розыгрыши на премы и так далее, то подписываемся. А если прям очень сильно хотите еще поддержать мой канал, то можно и донатик. Для нас, и чтобы хорошее настроение было всегда. И матом, чтобы не ругался в танках.
Я не знаю это. Ну, в ближайшее время. Блин. Вот это я получил. Вылез называется. Как 10:00, если уже 10:00? Ей, третий, ну может ты уйдешь? Ай ты, блин. Где третий? Конечно, сзади. Ух, ё-моё. Ну это у тебя 9:30, а у меня уже пол 11. Это как понимать? Я должен вот бросить свой стрим, да? Пока игру, вот что я сейчас начал стримить, и начать по просьбе тебя, что вот просто написал в чате, просил меня, я должен переключиться на другой стрим, я так понимаю. Такие просьбы, извини, без донат, вот серьезно. Вот я просто вот переключался на другой стрим за простую просьбу. Нет, дорогой друг, извини. Такие просьбы только через донатики. Заказываешь игру, какую игру поиграть, постримить, крыс донат. И я могу тогда сразу делать другой стрим. А так просто, ребят, ну сами поймите, как стримлю одну игру, потом резко, допустим, выключаю, другую начинаю. Сами согласитесь, это получится неправильно. Да уйдите вы, бляди! Сука, есть сотый, блин, чё вы такие тупые, а?
Блять, толпились, пиздец. Ой, блять. Я тебя сейчас, сука, петух, блять, в бан отправлю. Где соты? Ну может реально, блядь, съебёшься отсюда. Дай поиграть, блядь. Чудовище, блядь. Эх, ладно. А это я в другое место. Здесь мне, походу, не дают поиграть. Просто не дают. Наши гады такие. Как мне туда проехать? Блин, получил. Ладно, получил, поехали. ЛТ, убегай оттуда. ЛТшка и ЛТшка. Я ягод тут не вижу. Так что не будем светиться, поехали. Другое место. Все, ребят, я счетный. Че, ребят, вся команда сливается. Такие игроки. Я с этим ничего не мог поделать. Вон, поражение одно идет. Идем. Так. Мы давно на бачате не играли. Давайте сыграем на бачате. Так, у меня стрим идет 1 час 5 минут.
Так, ну чё, поехали. Дальше. Так, чё там на бабахе? Ну ясно, ясно. Поехали на бача. Да, ребята, дорогие мои зрители и подписчики, кто еще не подписан на канал, подписываемся, ставим лайки, прижимаем колокольчик, наберем 50 подписчиков, будут проводиться розыгрыши на премы. Один день према, неделя према, 2 недели према и месяц према. Поэтому, если хотите, чтобы канал мой развивался, шел вперед, подпишитесь. Так, ну кто здесь? Со мной едут. ГСТшки еще. Это нормально. Офигенно, блядь, я подъехал. Ох, ё-моё. Лучше я бы сюда бы не ехал. Лучше я бы сюда бы не ехала. Да, ребят, на таком танчике, блин, так сливаться. Я еще не сказать, ребят, я не умею на таких танках играть. Которые как тонны. Просто не умею. На таких танках я просто не играл особо. И не попал.
Все, ребята, уезжать отсюда надо. Да, Димчик, давай вечером. Ну или может чуть попозже. Не знаю, после обеда, наверное. Сейчас я пока тест простримлю. На семерках, Дим, на семерках. Я качаю ветку. Я сейчас пока буду качать. Этак и ждет, стоит. Меня. Пока перезарядочка идет. Ну, я его уничтожил. Хоть одного. Думаю, затащит наш. Если затащит, это будет хорошо. Отлично. Ну, осталось ТВП. С первого, давай быстрее ты ей. Медленно. Так, чё они? На тайпе пятом. Катать бой. Так, ну погнали на тайпе пятом.
На тайпике пятом сыграем. Вот такие дела, ребят. Так вроде я на вот тай пятый, еще не сказать, это мой пока любимый танчик. Пока что. Ну, тай пятый, 277. Всё. Блин. Так, бабах отстрелялась, да, на 90. Ну, ребят, ну, это снова слив. Потому что у нас команда такая. Игрочков. У нас, ребят, команда такая. Ну, 2400, ребят. Почти 2500. Успели настрелять. И все. Команды. Команда. Сливаются всем. Больше ничего. Вот, на батчате победа. Так, надо вообще-то это убрать, это прибавить, менять вот так. И нормально, поехали на бабахи. Только 30% побед. Да, ребят. Ну, конечно, здесь особо никто не старается на тесте играть. Здесь просто тестируют танки обычно.
Протестили танки и все, и ушли на основу. Там, допустим, качат начинает эту ветку. Узнали про танчик, что он нормальный. Можно бегать, наебать на нем. И все. Ребятушки, подписываемся на канал, дорогие мои зрители. Ставим лайки, выжимаем колокольчик. Ах ты, блин, гад. Ой. Опа, там бабаха. Получи. Ее надо край забирать. Ее надо край забрать. Блин. Там на горе ЛТшки катаются. Ага. Здесь, значит, где-то ТВП хвона. Летит. Накрыл, ну ничего, немножко попали в нее. Теперь у нее не 1800 хп, а 880 хп. Ух ты, блин, ТВП куда уехала? Она быстро проехала. Ребята, помогайте, а иначе меня так убьют. Я без брони. Я без брони. Попал. Вот так вот. Той леопард где тут? Ну нахрена ты едешь, а? Вот дурачок, блин. Туда-сюда зекает за мной следом. Но здесь вот не, нет никого больше. Поехали. На, получи. Вот так вот, ребята. Поехали, просто тупо его забрали. Ребят, бабах-то клевая. Дах, брони у нее нету, ну страшного. Вот она вон, видите, как ваншотит. Ребят. На, еще один пришел. Друг. Что, Яга? Не попала, да, в меня? Ого-го-го. Надо заныкаться от нее.
Надо от нее сныкаться. Хэнсим, на гусли у его. Так, это шаяха выйдет, бегал от меня. Не забегал от. Так, ребят. 6300 уже урончика есть. Ай, не попал я в него. Так, так, он бы сейчас бы уже трупом у меня был. Вот так я не попал. Ну все, здесь все равно победа. В любом случае победа. Вот и все. Вот и победа. Да, Дим, вижу. Все, подкрывали мы. На бабахе мастера получили мы. 6300 урона настреляли. 3 прага. Ребят, ну вот скажите, за такой бой... Ну неужели нельзя подписаться на канал и поставить лайкосики? Конечно, можно, я думаю. Мы стараемся, ребят. И вы поддержите меня лайкосиками и подпиской. Так. Те, кто смотрит стрим впервые, с вас лайк, подписка, ду. Да, Димчик. Спасибо, Димчик, что поддерживаешь. Да, привет. Да, спасибо тебе большое. Да, ребята, и всем спасибо, кто меня вообще смотрит. Подписывайтесь на канал, ставим лайк. Это вообще огромное вам большое спасибо. Огромное. Так, поехали на бабахи. Понял. Так почему-то у меня подписка перестала озвучивать, то вроде поначалу озвучивал. А теперь не озвучивает. Ну это ладно, это мы потом. Да, ребят, на 50 подписчиков будет розыгрыш.
Всем чуть-чуть. Да, Дим. Совсем чуть-чуть. Вот я пришел. Да, привет еще раз. Ну, аватар у тебя, Наруто. Аватарка Наруто у тебя. Наруто. Да, спасибо тебе большое. Их не попал я. Не залетел. Ну чё ты, 75-й, выезжай дальше. Давай, Дим, удачи тебе. Ёпы, СТ, блин. Эти ещё ездят, закрывают. Да хоть немного ему дать урон. А то он, я вижу, наглеет. Да ты Наруто. Ты Наруто. Ну, выезжай экран еще раз. На тебе еще раз на 515. Ребят, заберите, блин, 60 ТП, он уже шотный. Блин, не попал я бы. Тут 75-го. Не могу попасть. Он какой-то заколдованный. Что там за сообщение удалено? Что там, Димчик, пишешь, что там удаляешь? Ты, блин, снова вот сейчас не попал. Вот это да. 805-й, конечно, точно будет заколдованный. На тебе на 1500. Паттон. А я кушать макароны. Приятного аппетита тебе, Наруто. Блин, засветился. Меня со всех сторон как будто жрачит. Ребят. Это плохо.
Блин, не успел выстрельнуть. Ну, потому что, ребят, вот снова вот команда. Посливаются, как всегда. И все. Чё, вот какой от них толк? От таких игроков, которые просто тупо выходят в бой, чтобы просто слиться. Не понимаю. Зачем играть тогда совсем, если ты просто тупо едешь и сливаешься? Ты своей команде только хуже минус делаешь, а не плюс. Ты должен помогать союзникам. Сам не умирать. Как дольше жить и настреливать урона, разваливать противников. Я, честно сказать, ребят, таких игроков не понимаю. О, Дима, а ты чё, с другого аккаунта, что ли, зашёл? Или ник свой сменил? Я не понимаю. Я сначала Димчик вроде был. А, это у тебя еще один? Это значит, у тебя еще один аккаунт, да, Дим? Да, ребята, 5 человек онлайна, а лайкосиков только 2. Почему-то? А? Ребята? Кто не подпишется на канал, не поставит лайк, тому я ночью приснюсь. Вот так вот. Куда не знаю, Наруто, хорошо. Делай. Я, кстати, его уже добавил сам. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим лайк. В будущем будет проводиться розыгрыш. Будем стараться делать для вас. Можно у меня заказывать также игры, в какую игру можно поиграть. Все такое, но только через донаты. Заказывать игру и так далее — это через донатики. А просто поиграть со мной можно бесплатно по взводе или там спросить про что-то. Так, ребят, я на перекур, минута перекура, и вы можете курить, кто курит. А если никто не курит, то значит просто посидите, подождите. Я скоро подойду. Не расходимся, ребят.
Что, я тут, ребят. Я надолго никуда не уходил. Я тут-то. Да, ребята, и вообще-то. Кто зашли на мой немецкий? Спасибо вам большое. Вы вообще заходите на мой канал, смотрите меня. Всем приятного просмотра. Я тут. Нету никакого конца пока еще. Наруто. Играем дальше. Играем дальше пока. Чего ты взял чеканец? Нету никакого конца. Ну вот, а ты переживаешь. Пока, ребята, стримим, играем. На тебе. А то выехал он от башни играть. А ты Наруто кушал и меня смотрел, да? О, спасибо тебе, братишка. Большое тебе спасибо. Как там у тебя на работе? Да и блин, да отъедь ты. На тебе. А то там танкует. От борта. Ах ты засранец. Меня еще и акта кинула. Да, не знаю, это хороший человек. И хороший стример тоже. Если хотите, то найдите его тоже канал. Прям такой вот ник, как он здесь написал. Так находите его канал и смотрите. Ай, блин. Вот там стоит. Вот так вот убьем его. Не, он сейчас на работе. Он сейчас на работе. Он после заскочил, чтобы поздороваться и прожать лайк. Не. Вот такой человек хороший.
который просто может заскочить, поприветствовать тебя, поставить лайкосик и все, и пойти дальше работать. Он, Наруто, он будет вечером стримить. Где-то примерно часов 6, наверное. Ё-моё, не пробил я его. Не пробил, но на гуслю поставил. И мой ассист. Это хорошо. Получи. Да, ребятки, но это победка. Это победка. 3800 урона, 619 ассист. Пойдет. Пойдет. Так, 5 бонов. Сейчас заработали. На втором месте по урону. Но в минуса по серебру, конечно, будет ходить. Как вы думали? Да-да, Наруто, ты угадал. Вот и посмотри его тоже стримчики, видосики. У него там есть обучающее видео тоже. Да, кстати, Дим, и тебя тоже это касается. Тоже найди этого стримера и посмотри. Это будет полезно тебе. Я пока видосики пока такие не делаю. Но, возможно, скоро тоже делаю. Даже, может быть, сегодня. Да, ребята, 5 человек онлайн. Всем привет, кто присоединяется к стриму. Подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем колокольчик. Хорошо, Наруто. Так, а мы пока поехали дальше. Что тебе не получилось? Найти меня в контактах или добавить друзья у тебя не получилось? Все, напиши.
Ну не знаю, почему у тебя так. Да что вы делаете, блин? Берут, подрезают. Чего нельзя пропустить спокойно человек, чтобы он проехал? А ты зайди в свой ВК и через свой напишешь. Блин. Не попал я, ребята. Как бы, возможно, бы его забрал. Потому что вот эти вот все мешаются, катаются, толпились. Вот по народу. Блин, и он в меня попал на 1446. Ну давай, давай, 75-й. На, получи. Ах ты, блин, гонит. Вот засранец, смотри какой. А я ведь на выстрел ведь нажал. Ну, значит, не успел. Куда тебе добавить? Контактов, друзья? Добавить. Сейчас. Подожди. А ничего не находит. Кстати. Ничего не находит по такому нику. Ни такой ник не находит, ни вот тут. Ваш запрос не дал результатов. Не знаю, я вот сейчас сам вот под своим стримом посмотрю вот. Вот ВКонтакте. Вот у меня ссылка вот заходится. Почему ты не можешь зайти? В описании под стримом у меня есть ссылка на контакт. Заходи туда и все.
Не знаю, Наруто, почему тебя вылетает. А я вот тебя вот здесь не могу найти. Какая у тебя фотография стоит в контактах? Аватарка какая? Денис Кулаков у меня. Ник. У меня это ник Денис Кулаков. Пока не вижу тебя. А вот так с НМ. Это пока я не могу тебя найти. Здесь много пусть других. Ну вот, вижу аватарку с аниме, ну, это чуть не то. Вот у меня ник Денис Кулаков. Так что вот, поищи ВКонтакте, найдешь. Так, поражение, да? Я уже пробовал, говорю, там много имен и много ников с такие ники похожие попадаются. А именно чисто какой ты ник мне написал, такого нету. Именно такого. Так, поехали. Сам зайди к себе в контакты, напиши Денис Кулаков русскими буквами и найдешь меня. Да, ребята, кто новенький, заходит на мои стримчики, на мой канал, подписываемся на канал, ставим лайки, выжимаем колокольчики, не забываем, наберем 50 подписчиков, будет розыгрыши проводиться каждый день на премы. Один день према, неделя, две недели и месяц. Так что, ребят, подписываемся на канал, чтобы мой канал вперед шел, развивался. И тогда будет все. И розыгрыши проводиться.
Достали вы меня там фугасами. ЛТшки уже совсем обалдели. ЛТ, может, ты уедешь отсюда? Дай мне поиграть здесь. Да куда я стреляю, а? Ну, конечно, я уже шотный. Наш меня из горы расстреляли. Наш хрен кто туда поехал. Вот она ЕБР-ка, где катается у нас. Около базы. Крутится. ЛТ, может, ты перестанешь кататься? ЕБР это ЕБР, блин. Я уж вытолкаю отсюда и все. Да, ребят, в этом бою у меня ничего не получилось. Да иди ты отсюда нафиг, блин, а? Ну и все. Ой, блин. ЕБР, блин. Ты достал уже мешать, блин. Вот действительно, вот мешался только. И уехал, самое главное. Меня убили, и он смотался. Умник. Ох, умник, блин. Видите, ребят, какие игрочки. Только мешаться. Да, ребят, я тут. Так, ребят, сейчас, наверное, еще пару краток. И пока будем заканчивать. Стрим. Пока хватит, утренний стрим сделали мы. Общий тест. Протестировали заодно танки. Так что, ребята, еще заказывайте танк. Если надо кому протестировать. Это за танчик вообще стоит его качать или нет.
Заказывайте, буду брать, катать. Да, я вижу, Наруто. Что ты снова пришел? Ну и умница. Посиди, посмотри меня. Только я, правда, сейчас уже скоро буду заканчивать. Сейчас еще пару каток. И все. Утренний крем. Там главное мы сделали. Теперь будет послеобеденный кремчик. Но скорее всего уже будет на основе. Надо там ветку качать. Не. Тем более там пока 3 дня према у меня. А то прем сгорит совсем. И не попал я, ребят. Ну попробуй по этим танкам, по колесным, попади. Да, сегодня это мало тут победы. Я думаю, штук 6-7 побед есть. Остальные поражения. Ну спасибо тебе, Наруто. Что ты заходишь каждый день на наши стримы. И заходи, не забывай про нас. И ставь лайкосик обязательно. Попал я в него. Да, не знаю. Кстати, Ирина с работы пришла. Возможно, сейчас, может, после обеда потом запустится. Может, еще. А может быть и сейчас запустится, он говорит. Так что чё смотри, сейчас можешь будет стримить тоже. Будет до обеда не чуть-чуть постримит. Ну конечно, на голде они все играют. На голде любой дурачок пробьет. На голде все пробьют. Ох, не знаю, она просто решила так. Наруто. Решила постримить. Ёпрсете. Ну и все, теперь я четный, шрил теха мне дала. Получи, ЛТшка.
Умри, чтоб ты не стреляла. Гад ты, Амах, на фугасах стреляет, да? Засранец такой. Все, забрал он меня на фугасах. Хорошо, Наруто, заходи. Давайте, ребят, еще на бабахе скатаем. И пока все, будем заканчивать. Потом будет стрим после обеда. После часа. Нет, пока Наруто. Ты прям какой-то быстрый. Он только сел только за компьютер, сейчас настроит, запустится. Через минут 5 заходи, точно запустится. Даже не через минут 5, она уже запускает. Так что уже можешь заходить. Можешь уже заходить. Бум. Едем мы, ребята, воевать. Думаем, постреляем мы что-нибудь. Так, стоим пока. Ждёмся. Кто засветится, сразу будем стрелять. Опа, там дерево упало. Вон там дерево упало. Вижу. Пока так просто кинем. Вдруг попали. Ну и где кто? Мы только один фокус светит.
что я его здесь не вижу? Вообще этого. Ох, ё-моё, ну можно, короче, наверное, ехать. Чё стоять? Не попал я. Если бы попал, я его бы убил. Значит, никто не светится. Надеется, что суховой может быть. А, суховой назад уехал. А, неинтересно в него стрелять. Сейчас сами убивают. В него уже неинтересно стрелять. Ясно, Димчик. Да ничего, Дим. Ничего страшного, что ты час профукал. Ой-ой-ой. Да, и не попал ни хрена. Вы будете долго ехать. А, ребята. Я снова засветился. Вон тот сволочь. Да, Дим, это точно. Там еще стерва где-то должна стоять. Вот гады, блин, всех убивают. Оставьте мне хоть одного. Ох, ё-моё, вот эта команда, блин, то сливается, то, блин, всех поубивали. Поможешь, плиз? Чем тебе помочь, на чем поиграть, на чувахах? У меня нет четверок, Дим. Как я тебе помогу? Вот серьезно говорю.
Пчелок нету, я не, их не собираюсь покупать. Да, не знаю, поехали, завершающий бой на тайпе играем. И будем заканчивать. Стрим. Пока хватит. Потом будет после часу. Стрим. Ну, скорее всего, где-то пол второго. Так что, ребята, план второго, заходите. Раньше, ребят, с гранатой Type 5 себя чувствовал в рандоме намного лучше. Потому что когда он только вышел, когда ему броню эту сделали, естественно, игроки не знали, куда он пробивается. И вот было бы, тогда он вообще тогда имбой был. Каким имбой? Пусть не представляете. Не попало ему в крышу. А сейчас, конечно, все знают, куда он убивается. Блин, на голде играют. Где? Вот, я вот на этого танка качаюсь. 50 ТП. Ну едьте, едьте сюда. Блин, рикошет. Рикошет. Ребята. Так, ну бабаха мне... Ерунда дала на 490. Так что это еще не страшно. Я и то больше дал. 50 ТП, вот что ты вот испугался, а? То вперед, то назад, блядь, езди. Я тебя сейчас вытолкаю отсюда и все, блядь. Да катайся ты у меня туда-сюда.
Блин, не хотел я стрелять. Да, ребята, короче, блин. Ну, конечно, я в него не попаду. Ты чё встал сзади, а? Индюк. На таком танке, блядь, тебе сзади стоят. Ух, ё-моё. Ну, дятлы. Давай еще раз бабаху уезжай. Вот так вот тебе. Рикошет. Не пробивай его, блючок. Не пробил. Чё ты, бабаха, не будешь рисковать, выезжать? Получи. Ага, они там на голове. А, он один остался. Ему дать еще выстрелить. А куда мне его пробить? Хренышки там. Ладно, 2000 урона и победа. Пойдет. Ладно, ребят. Кому понравился стрим, подписывайтесь на канал, ставим лайк. Нажимаем колокольчик. А если очень сильно понравился стрим, не хотите, чтобы канал развивался дальше, можете, конечно, задонатить. Еще и чтобы всегда настроение было хорошее. Ох, не знаю, блин, насчет этого им прям аккаунты, они не продаются. Не продаются и никаким-то образом прям аккаунт себе вообще, аккаунт другой, не заведешь. За это можно бан. И чё? За кружочек встал.
Да, ну интернет пропадает немного на ОБСке, он пишет. О, сейчас вот перестал. Так что, ребят, всем спасибо за просмотры, за подписочку, за лайки. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк и самое главное, прожать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые стримчики, видосики и так далее. Все, ребят, после обеда будет еще стрим. Пол второго. Так что заходите, смотрите, буду рад. И пообщаться с вами буду. Все, давайте, ребят. Пока-пока всем.